Дорогие друзья, добрый вам вечер. Как вы себя чувствуете? Спасибо, что приехали сюда, в наш любимый клуб Алексея Козлова, несмотря на такую погоду снежную. И сейчас будем вместе с вами сотворять. А что именно? Путешествие. Как можно путешествовать, находясь прямо здесь? Ну как, с помощью музыки. Потому что импровизация с чемодана – это, конечно, путешествие по миру. Почему? Потому что мы его любим. И потому что музыкальный язык – это универсальный язык. И тебя поймут все. Все поймут. Вы готовы? Да. Поэтому? Спасибо. Еще обязательно представлю дорогих моему сердцу друзей и, конечно же, первоклассных музыкантов. Говорю это без зазрения совести, как считаю, так и есть. Дмитрий Лугдин, рояль клавишный. Да, наш, да, ослепительный Игорь Иванушкин, контрабас. Игорь Иванушкин, контрабас, друзья, и за барабанами Вартан Бабаян. Ну что же, мы тоже готовы. Чемодан уже. Поехали. Шотландия. Thank you.
Thank you.
Испания. Thank you.
Come on, and be there. Sing it for. Hit up on my own, my baby. Yeah, yeah.
Thank you.
Thank you.
Oh!
Thank you.
Thank you.
Едем дальше. Тибет. Thank you.
Thank you.
Ну что, пора теперь в русскую деревеньку попасть, а? Домой. Да, домой. Все мы. Thank you.
Do the I did the do the 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 do the I did the do
Thank you.
вспоминай, это был проект импровизации из чемодана. Там сидит Коля Богачук, человек, который выпустил диски, поддерживаете, так сказать, инициативу рыцаря от музыки, которые действительно волнуют музыкой и музыканты. Дмитрий Лурдин, Игорь Иванушкин, Вартан Бабаян, Анна Королева. Мы всегда готовы позвать вас с собой в путешествие.